Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» состоится в период с 3 сентября по 1 октября. Проект включен во всероссийский сводный календарный план мероприятий, направленных на развитие экологического образования молодежи. Цель проекта – объединение всех слоев общества идеей сбережения природы, экологическое и патриотическое воспитание. С 2013 года в мероприятиях субботника приняли участие более 18 миллионов человек во всех 85 регионах России. Высажены миллионы деревьев в рамках проекта «Лес Победы». Во всех регионах министерства и ведомства, общественные организации участвуют в субботнике «Зеленая Россия». Миллионы людей самостоятельно проводят экоакции. Присоединиться к всероссийскому субботнику может каждый.